В Коми за неделю снизились цены на ряд продуктов. Подешевели колбасы, мороженое, рыба и маргарин. Наблюдается и существенное снижение стоимости на некоторые овощи и фрукты, в том числе на огурцы, помидоры, свеклу и бананы. В то же время подорожали репчатый лук на целых 11% и картофель на 10%. Прибавило в цене на 2% и морковь. Изменились в цене гречневая крупа, подсолнечное масло и сахар. Эти продукты также подорожали. Среди непродовольственных товаров немного подорожали. Дорожали шампуни, но снизились цены на телевизоры и электропылесосы, зубные пасты, мыло, стиральный порошок и корма для животных.